Всем здравствуйте. Сегодня я хочу заняться уборкой в гараже. Сейчас холодает на улице, и надо уже перебираться в гараж. Вот во дворе я тут убрался, тут вот у меня кузов от Ниссана стоял. Я его попилил, сдал. Вон осталась только задняя балка да бампер. Сейчас вот хочу начать в гараже убираться. У меня тут все заставлено в гараже. Ну, вот вся техника, которую я наделал. Ну, начиная вот отсюда электровелик. Вот последний мотоцикл. Трайк. Мопед с двигателем от мотоблока. Простой велосипед. Там он самокат. И там еще за ним мопед Honda стоит. И вот, ну, гараж как бы большой, но столько техники уже и места здесь нету. Вот я хочу трайк отсюда выгнать. Ну, хочу перегнать его к матери и подготовить к зиме. В нем вода залита, надо воду слить. Ну, это основная подготовка. Но чтобы его перегнать, хочу вот эти сопли вначале подобрать. Ну, вот провода висят. А потом попытаться запустить. Ну, запустится, тогда перегнать уже. Аккумулятор я на трайк поставил. С машины снял пока. И залил бензин. И он вроде запустился с первого раза. Как ни странно. Ну, сейчас вам покажу, как запускается. Как ни странно, после стольких месяцев простоя все завелось и все работает. Но сейчас маленько уберу, чтобы можно было выехать. Сзади трайка я все убрал. Сейчас мне надо маленько назад проехать, чтобы колеса подкачать. Также поменял аккумулятор. У меня был старенький, я его подзарядил. Вроде крутит. Но вначале попробовал, что-то стартер не работал. Оказалось, что просто на парковке только работает стартер. На нейтрале не работает. И заработал бензонасос адекватно. Раньше я включал его, ну, он постоянно у меня молотел. А сейчас, ну, нормально работает. Зажигание поворачиваешь, он включается и выключается потом. И все нормально запускается. Не знаю, может, из-за того, что бензина было мало. Сейчас вот я залил туда литров 10, наверное. Может, из-за этого. Но сейчас выйду. Ну, отъеду маленько. Правда, страшно самому. Кажется, сейчас как он погонит. Вот бензонасос подключился, если вам слышно. Назад отъехал, ну вот как он спереди выглядит, а то же я его как колесо и вилку поменял, не видел, ну там места мало, не зайти, чтобы подальше отойти от него. А сейчас колеса подкачаю и потом поеду, прокачусь, наверное, вам покажу, как он ездит. Колеса я подкачал,
Сейчас его выгоню и машину загоню и поеду к матери, там поставлю. Но перед этим покажу, как он ездит, наверное. На трайке я прокатился, мне очень понравилось, даже опять захотелось доделать. Сейчас вот я сюда загоню, ну это материн дом, в этот гараж его покамись. Надо в своем гараже убраться, а там подумаем. Трайк загнал, воду с него слил, у нас заморозки сейчас. Пока он будет здесь стоять. Пока не решу его делать. Сейчас прокатился, но моща, мне аж захотелось его делать по новой. Но не знаю, сейчас время покажет, в общем. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Кого интересовал, где трайк, вот трайк. До свидания.